Всем привет, дорогие друзья, с вами Смит и Бидл и Ву. И мы играем в Майнкрафт на версии 1.5.6. Остались мы с вами на том, что мы в прошлой части вот в этом тупом, идеальном, головонастом домике пошли в шахту, добыли железо, угля и, собственно, что вы можете запечатлеть. Чего вы не говорите? Ну и сегодня что? Сегодня по руководству мистера Смита, властью данной мной святым отцом, я назначаю Бидл, ты занимаешься, скажу, фермой, Вул, я назначаю, пошел за едой со своим крутым мечом, Смит пошел в шахту пинком под зад, что меня как раз... Вот так, где-то вот так. А? Нет, не получилось. Нет, что там, подожди, ферма ты сказал? Да, ферма. Значит, я зайду, да? А, значит, я пошел, значит, коров. Так, подождите. Я сейчас начну. А сколько там еды? А мне ее пережаривать? Она и будет так жареную, если у тебя... Если ты у понял. Тебя... Ну, нет, ты понял о чем? Да, я понял. Не, ну мне нет. Только что, Смит, блин, мне только что кое-кто звонил. Че? Артём. Так, вот это вот все берем. Это мечи. Нам хватит 11 этих еды. Что? 15 этих свинины хватит и 15 говядины. И того будет предостаточно. Окей, давай. Давай. Так, начинаем. Так, что я... Кирка, что я рукой ломаю? Что я рукой ломаю, можно ногой. Наратаром. Так. Сейчас в приоритете редстоун. У меня только есть красный факел. Ну, один... Давай, садись, видел. Так, вот. Что дальше идет? Я вам его еду. Так, подождите. Я сейчас это поломаю. Мне сейчас немало времени займет. Скажите, если пауза надо будет. Подожди, то... не ломай. Все. Скажите, если пауза надо будет, хорошо? Хорошо. Сервер главный, админ гладиатор. Еще надо. Так, я пойду сейчас еще несколько там, еще понаделаю. Я факела забыл, сделайте мне факелов, люди. Сделай ему факела. Ко мне не тпхайся, я там забором занимаюсь. Ко мне тпхнутся с факелами. Вулт, к нему тпхайся. С факелами, это я подчеркиваю. Ой, где логик зашел, давайте его завалим. Кто зашел? Логик. Он, который логик. Вот этот вот сукин сын, арбалет. Короче, это сука логик зашел. Он сука, я вам говорю. Его обсырать все время надо. Его тоже надо завалить, потому что он мне сон мешал. Факела мне! Thank you very much. Я только это могу сказать. А ты тут еще, Вул? Да, да. Вул, ты тут еще, потому что я тебя не вижу. Ага, ты тут. Короче, смотри, вот пойди это поставь на пережар. О, дай мне свою алмазную кирку, мне будет легче. Я потом верну, не бойся. У тебя несколько, офигеть. Нормально, спасибо. Так, значит, главное, чтобы не убили. Значит, золотой меч готовим сразу. Несколько. Эти фирменные. Чё? Как лагает. Слушай, пошли железно. Уголь. Надо. То, что надо. Всегда уголь надо. Ой, я железно шел, слушай. Ни одно. А мне будет. Пацаны, мне лагает. Очень сильно лагает. Прям лагает. Из-за записи у тебя лагает. Потому что тебя нет. Очень хорошо слышно. Ну просто я на записи так накрутил, что у меня нету микрофона, но на ноутбуке.
именно в ноутбуке. У меня нету микрофона, поэтому меня не очень так хорошо слышно, и у меня не очень сильно лагает. А у тебя есть микрофон, тебя очень охрененно слышно, и у тебя лагает. Подождите, вообще. Ну, ты, короче, а знаете, в чем дело? Потому что меня очень хорошо слышно, но старый микрофон. Блин, мне пауки сейчас будут оправлять постоянно. Смит, ты ко мне, я нашел спауни. Шелковое касание. Не-не-не, на шелковое касание даже не сработает, я проверял, говно. Вот, смотри. Ух ты ж, вах, аллах. Рубим. Нитки нам нужны. Фак, паук, нахера ты на меня согрелся? Ты мне сейчас тут вообще... Все, рубим сразу. Рубай. Ау. Вау, нихера себе. Так, все, спаунера нету, слава богу. И мне надо что-то пожрать, иначе мне полная жонда. Жон... чего? Жонда. Слушай, я дай мне похавать вилу, если есть. Если есть, да, дайте похавать. Спасибо. Если есть и курей... А, если куры, знаете, что нам? Мы потом сделаем... Знаете что? У меня хорошая новость. Если мы возьмем, добудем сахарный тростник, коров, курей и тортик. Курей. 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 Сейчас отхватишь от курей. А ты снимаешь видео? Да, конечно, я снимаю. Я думаю, только это не в прямой трансляции, это и мне его еще выкладывать и выкладывать. Слушай, и нам это... Ну, хватит полстака железа. Надеюсь, вам ссылку на канал не надо давать, потому что я уже давал. Потому что я уже знаю канал. Ну, надеюсь, ты подписан. Если не подписан, то я тебя уйду. Да. 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 Надеюсь, ты подписан. Подписан? Я подписан. Вот сукин... А, нормально. Говоришь, я не подписан, да? Античит, античит. На мито кикнули. Да, вот ла-ла-ла-ла. Стой. Смит, останови на 5 секунд запись. Паузу? Да. Итак, ребята, пауза. Итак, ребята, мы вернулись. И, в общем-то, мы обновили регион ПМД. Пибертаса! Кала! Смит, нам хватит стак железа? А? Так, железо и 17 хватит? Да все надо, чувак. Пацан нужен, женщина нужна, живот нужно, теща нужна, все нужно. Чувак. Че? Иди ищи курей. А я... Пиди? Подожди. Поставь мне на паузу снова. Опять? Да. О, ребята, извините за эти хлопни. Итак, ребята, пауза. Итак, ребята, мы вернулись, и я сейчас не буду говорить, почему мы делали паузу. Или вам сказать, почему... почему мы делали паузу. Если сказать, то отпишитесь в комментарии. А я обязательно то скажу, если отпишетесь. Это секрет. Как же весело будет. Бугага. Это секрет. О, арбузик! Так, все. Итак, дорогие друзья, я уже набрал. Ты добавил мне в этот? Это не я приватил. Что? Это ты вроде бы тут уже можешь строить, попробуй. О. Нет? Стой. Пока, Вул. Нам нужна еще одна кровать. У меня есть шерсть, значит, я сделаю еще одну кровать. Вот была бы из кожи сделана. Сейчас, если было... Ой, сейчас пущу, сейчас... Киньте мне одно дерево. Люди, киньте мне одно дерево. А я вас обокрала. Одну доску киньте мне. Ладно, нормально. Все, подошло, все. Есть еще одна кровать. Так, вот, дорогие друзья. Харе. Посмотрите, я с розочкой... Это я там сплю, ушел отсюда. Я тут сплю. Я не хочу спать по центру. Уйди от меня! Ты иди... Уйди, я тут спать. Я с розочкой сплю. Всё. What the fuck, gentleman? Teen. Уйди отсюда, я тут сплю. Шо? Я тут сплю. Шо, бокс хочешь? Шо, бокс хочешь? Понял. Шо, бокс хочешь? Всё, спать.
И я по старинке пишу тайм сет 0. Зачем я это написал? Я же не админ. А, уже утро. Рано. А, что такое? Да ладно! О, картошка! Картош! Спустись-ка, Бидл. Эй, а меня? Чё за жопа? Чё за жопа? Да не тут, дебил! Вот тут вот, вот эти вот посевы, которые обыкновенные, а там картошка. А тут картошка. Ага! Давай, сади картошку, сади картошку. А у меня нету картошки, Аня есть. Сади! Всё, ачивка выполнена. Это же не восстанавливается! Не бей, на. Не бей. Мне сломало что-то. Так, всё, всё. Вул, надеюсь, ты подпишешься. О, яблочко. Это мне. А, спасибо. О, всё. Так. О, яблочки! О, Незерек! О, Глоустон! Домой, домой! Подожди, кто знает, как делать... Ну, вы поняли, что... Электрические рельсы, я. Нет. А что? Вазу. Вазу? Я. Да. Нужно 3 кирпича. Пойду добывать глину. Где? Пошел добывать глину. Где сейчас? А я с тобой, чтобы еще было веселее. Да. Итак, мы вернемся к вам, когда найдем глину. Как оказывается, я забыл продолжить запись. Смит, позвони Камасатина. Это я, Вул. Выходи.